В этом году на конкурсе «Моя законотворческая инициатива. Наш город» представляли воспитанники молодежного центра Никита Михалев и Максим Козлов. Тема, поднятая ребятами, касалась платы за лифт в многоквартирном доме. С 1 января в нашем городе платить за него стали и те, кто им не пользуется, жители первых этажей. Это вызвало большой резонанс среди жителей нашего города. И инициативная группа горожан обратилась с письмом в городскую думу города Сарова. Об этом нам рассказал депутат городской думы Антон Сергеевич Ульянов. И нам стала интересная тема, и мы решили подробнее ее разобрать, подняли конкретные вопросы и нашли пути ее решения. Вместе с саровчанами за победу боролись ученики спецшкол, студенты колледжей и вузов со всех уголков нашей страны. Их законотворческие инициативы оценивали доктора и кандидаты наук, юристы и кадровые офицеры. Они внимательно нас выслушали, предложили, как нашу работу воплотить в жизнь, что нам лучше сделать для этого. Помимо знаний в сфере законодательства, ребята приобрели практические навыки, которые пригодятся им в дальнейшей работе. Но данная тема, хотя она и носит чисто исследовательский характер, но она объединила в себе разные этапы работы. Это было и конкретное общение с живыми людьми, это было анкетирование, это были соцопросы. По итогам очного этапа ребята получили дипломы второй степени. Их проект вошел в сборник тезисов работ участников конкурса «Моя законотворческая инициатива». Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24.